2352 гектара, свыше 300 видов растений, 79 видов мухообразных, целый ряд которых занесены в Красную книгу. Ученые уверены, статус особо охраняемой природной территории регионального значения надежно защитит это реликтовое место и будет в целом способствовать повышению экологической культуры населения. Вы идете по тайге, и вдруг, вот как 12 месяцев был этот мультфильм, и вы видите поляну с тюльпаном, с кактусами. Почему природа так распорядилась, что вот это маленькое совершенно болотце сохранило в себе столько растений, которые, во-первых, у нас очень редкие, а некоторые вообще только здесь растут. Но мы должны это сохранить. Когда научные мужи начали громко говорить, тогда воспоминания и у местных жителей проснулись. Вот так. Один то вспомнит, другое, бабушки там что-то говорят. И вот тогда появился интерес. В короткие сроки был составлен проект «Научное обоснование для открытия охраняемой зоны», в которую входит само болото, соседние леса и система родников. Расходы взяла на себя компания «Сойкузбасс». Здесь будет действовать запрет на добычу полезных ископаемых, вырубку и любое строительство. Бойцы трудовых отрядов «Сойк» уже осенью начали наводить порядок. Сегодня стали официальными участниками проекта «Установи заказник», в рамках которого различные организации берут на себя шефство над природой, достопримечательностями региона. Да, есть гордость, то, что все равно вот, как-то экология, она важнее, чем минеральные ресурсы. То, что экология, она важнее всего, на первом месте должна быть. От департамента по охране объектов животного мира Кузбасса главе администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа Евгению Никитину была вручена верительная грамота на обеспечение сохранения места произрастания и обитания ценных, редких и исчезающих видов растений и животных на территории заказника Кукуйское болото. СУЭК одно из тех главенствующих предприятий, которое взялось за это дело. Это вот именно тот положительный пример, когда бизнес граничит с экологией, граничит с развитием и движением вперед. Уже есть план совместных действий сельского отряда с компанией «Сойкузбасс», включающий в себя организацию субботников по уборке мусора, создание экологической тропы со смотровой площадкой, установку информационных стендов. Все это войдет в юбилейную программу «Сойк. 20 лет. Творим добро». Галина Ильина, Андрей Торопов, Ленинск ТВ.